Итак, бытует мнение, что бинар это не долговечно, бинар это ненадежно, бинар это что-то несерьезное и так далее. Откуда это пошло? Нужно знать историю. Просто когда-то один человек, не буду даже его имени называть, чтобы не делать ему рекламу, написал книгу «Многоуровневый денежный механизм». Соответственно, где написал, что бинары это плохо. И, конечно, компании старого формата очень хорошо это поддерживают, раскручивают, да, чтобы удержать у себя дистрибьюторов. Но давайте теперь посмотрим на факты. А факты говорят о том, что все практически новые компании выходят с бинарным маркетинг-планом. Почему? Потому что в нем проще строить, быстрее люди выходят на хорошие доходы, более стабильная работа. И тот же человек, кстати, который написал эту книгу, сейчас все последние годы работает только в бинарных компаниях. По поводу того, что это недолговечно, есть уже компании, которые 30 лет работают на рынке с бинарным маркетингом и входят в топы самых крупных компаний, самых крупных чеков. Просто нужно изучить историю. Это первый момент. Второй момент. Почему часто бинары обрушиваются? По одной простой причине. Бинар не сбалансированный. То есть люди объявляют условия какие-то маркетинг-плана, не просчитывая саму систему. И, соответственно, когда выстраивается большая структура, у них нет денег на выплаты. Соответственно, у них два варианта. Либо поменять маркетинг-план, что большинство делают, либо закрыть компанию. То есть у нас с самого начала введен коэффициент, который определяет, что больше 60% компания в сеть не выплачивает. Поэтому, как бы ни росла структура, как бы она ни развивалась, сколько бы миллионов людей в ней не было, компания стабильно будет выплачивать свои 60% пропорционально вашему вкладу в сеть. Поэтому у нас очень сбалансированный маркетинг-план, и он позволяет очень быстро выходить на хорошие доходы. Во многих компаниях, чтобы выйти на 1 000 000 рублей, люди там годами работают и только выходят на этот уровень. У нас есть ребята, которые с первых месяцев или даже с первого месяца выходят на этот уровень и стабильно держит этот уровень дохода. Именно поэтому это привлекает сейчас серьезных лидеров с разных компаний к нам в компанию.